Всем привет! У нас среда сегодня. Я сегодня так устала, пришла домой, муж забрал, правда. Заехали, купили дёнеры, ну такие тестовые конвертики, там эти овощи и мясо. Вот перекусили, и я полегла. Полежала немножко, подремала чуть-чуть, устала сильно. На двух участках работали, чуть так устала сегодня ужасно. Вот. Что у нас сегодня? Вот я сегодня ничего и не варила. Завтра у нас выходной, Вознесение. Красный день в календаре. Завтра дома. Будем на улице. Пасмурно, так прохладно. Полчетвертого. Дочери моей еще нет с работы. Она обычно приходит всегда в это время. Тут чего-то нету еще. В общем, вот такие дела. Пойду я сейчас тоже немножко еще отдохну. Ну, сейчас пришла на кухню, убралась на кухне. Все дома поели, поставили. Обнаглели уже совсем, короче. Вот, и это самое. Убралась на кухне сейчас немножко. Крышку сегодня опять разбила от своей кастрюли. У меня кастрюли такие были, и на них стеклянные крышки. Они уже давно-давно у меня. А я сегодня мыла ее, и она как поехала у меня и на пол. А пол плитка, и я в эту плитку как шваркнулся и разбилась. Из этого набора кастрюль последняя крышка у меня разбилась. Ну ничего, у меня крышки есть, такие силиконовые, будем силиконовыми закрывать. Куда деваться? Ну эти удобные были, такие видно было, что там готовится и что. Ну ничего, как говорится, надо уже, наверное, менять посуду. Все. Эти самые наборы кастрюль менять. Но уже давно, и мы еще в каком году я их, наверное, купила? В 90... Нет, подождите. В 2000, наверное, первом я их году купила. А уже с 21, 20 лет уже они у меня кастрюли. Уже пора и побиться. Но они очень хорошие, я бы сказала, мне даже, ну не скажу как новые, но хорошие кастрюльки. Я вообще такой человек постоянный, мне что-то новое очень тяжело принимаю, новое, ну как очень тяжело, тяжело расставаться со старыми вещами, даже с кастрюлями привыкаешь к ним уже. Так, добрый вечер. Я уже здоровалась, ну еще раз. Сегодня буду готовить овощной рагу с фрикадельками. Первым делом я положила сюда чеснок. Сейчас чеснок немножко прихватится. Мелко нарезанный чеснок в растительном масле. Сейчас чуть-чуть его обжарю. И сюда же, чеснок вытаскивать не буду, и сюда же добавлю лук. Уже порезала лук. Нам понадобится чеснок. 2-3 зубчика, лук, кабачки, болгарский перец, картошка и морковка. И фарш на фрикадельке. Ну и на фарш, естественно, луковица нужна будет. Так, ну вот сейчас обжарилась. Сейчас будем добавлять. Так, помешиваем ее. Добавим сейчас луковицу. Нет, вот я начала выдавливать этот чеснок, еще добавить надо. Все, так, сейчас мы будем его жарить. Лук пока будет жариться, я сейчас займусь следующим этапом. Вам покажу, что я буду добавлять. У меня почему-то всегда, вроде дорезаю до конца, а не дорезается никогда. Так, пускай лук жарится, а я потом сейчас покажу, что дальше буду делать. Так, лук у меня чуть обжарился. Добавляю сюда морковку. Так, закрываю. Хорошо размешиваю. И вот так вот. Закрываю крышкой. Пусть она минут 10-15 потушится под крышкой. Забыла сказать, для рагу я еще беру два перчика. Один желтый, один красный. Ну, можно два красных или два желтых. Такие есть, в общем, перчики. Морковка у нас потушилась, теперь мы высыпаем сюда картофель.
Надо его чуть-чуть потушить. И немножко чуть-чуть водички, чтобы он потушился. Немножко вот так чуть-чуть. Вот, и пусть он... Намешаем его сейчас. И пусть он тушится. Вместе с морковкой совсем. Все овощи нужно сделать до полуготовности. Обжарить. Блин, картошка, смотрите, не прорезала. Да что такое у меня? Не прорезала. Ну ладно, картошка не столь важна. Так, все. Пусть тушится. Так, картошка обжарилась. Добавляем перец с кабачками. Я еще пожарила перец с кабачками, добавила. Так, ну сейчас дошечки добавлю еще. Перемешаем и будем еще тушить его немножко. А пока буду заниматься кефирами. Так, фарш у меня готов. Фарш натираем. Лук на терке. Ну, солим, перечим и перемешиваем хорошо. Потом его хорошо, фарш этот отбиваем. Сейчас буду формировать фрикадели и вот сюда складывать. Я вам потом все покажу, как это что делается. Так, теперь мы сюда, в это рагу, добавляем немножко томата. Я добавляю вот такой томат. Добавляем немножко томата и добавляем чуть-чуть водички, чтобы чуть-чуть, чтобы только закрыло. Немножко вот так, все. Добавляем водички. Все, пусть тушится. Доводим. Сейчас лавровый листик еще добавим сюда. Лавровый листик сейчас добавим сюда. Ну, кастрюльку мою не видите, но... Ладно, неудобно мне так показывать. Так, все, теперь... Водички надо еще немножко подлить. Я подлила мало воды, сейчас покажу все. Так, вот так, водички. Так, сейчас я переключусь. Переключусь, сейчас заделал волос. Волос уже длинный опять. Вот я добавила водичку. Сейчас она закипит, и сюда тефтели сделаю. Вот я наложила сюда уже тефтели вот так. Можно еще чуть-чуть подложить сейчас. И теперь я закрою крышкой, и будет вариться 10-12 минут. Как сварится, так и тефтели. Так и все. И в конце потом добавлю укроп. Нарезанный. Так, все, мои фрикадельки сварились. Я теперь сюда добавляю укропчика. Ну, можно петрушки. Я не люблю петрушку, поэтому я добавляю укроп. Вот, пробуем на соль. Смотрите, какая жишка беленькая. Вкуснятина. Конечно, солью я переборщила. Солью я переборщила. Ну что сделаешь? Такая... Влюбилась я в кого-то. Пересолила. Да нет. С одной стороны пересолено, с другой нет. В общем, то влюбилась, то не влюбилась. С одной стороны влюбилась, с другой нет. Вот так. Сейчас крышечки закрою. Немножко еще постоит. Минутки две еще покипит. Ну, в принципе, можно выключить уже. И сейчас буду кормить свою семью. Все. Приятного нам аппетита. Ну и вам тоже, если кто-то кушает. Ну вот у меня получился вот такой рагу. Вот. Одному две, другому одному. Одну. Антишки попросили.